Ну-ка, кричим всем привет! Привет! Машем руками веселые. У нас ансамбль и перерыв в ансамбле. Мы повторяем сольфеджио. У нас какая тема? Разрешение субдоминанты куда? В тонику. Поехали, Корнелечка. В ля миноре. То есть ре минор у нас субдоминанта. Давай. Поем все вместе. Ре, фа. Разрешаем. Встаем. Виолетта. Давайте, давайте двигаемся в очередь. То же самое. Вперед, поехали. Ре, фа, ля. Все поем. Ля, ми, до. Ева, бегом. Быстрее все делаем. Ре, фа, ля. Ля, ми, до. Дальше Ивонка. А может мы еще и Варю пропустим. Ля. Варя, второй класс, обгоняет свой класс. Давай. Ре, фа, ля, ля, ми, до. Так, первое обращение трезвучия. Как называется? Субдоминантовый секстаккорд. Поехали. Фа, ну нажми фа, настройся. Фа, поехали, поем. Фа, ля. Разрешаем. Виолетта. Веселей, веселей. И поля. Ля, ми. Ева. Быстрее поем. Она одна пела. Молодец, Варя. Следующее обращение как называется? Субдоминантовый кварцекстаккорд. У нас второклашка грамотнее всех. А почему он кварцекстаккорд? Потому что там есть кварта и что еще? Говорите громче, правильно говори. Секста. Поехали. На октаву ниже играем. Ля, ре, фа, ми, до, ля. Бегом, Виолетта, быстрее играем. Чуть-чуть быстрее в темпе. Ля, ре, фа, ми, до. Так, ля. Все поем. Ре, фа, Корнелия, поем. Ми, до, ля. Ивона, Виолетка, я тебя снимаю. Ре, фа, поем. Ми, до, ля. Виолетка, у нас рот не хочет открывать. Ой-ой-ой. И ля, ре, фа. Еще раз. Ля, ре, фа. Отлично, за 3 минуты, за 4 мы с вами прошли все обращения. Молодцы, браво.